людям страх. Конан врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на Земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан, тебя судьба ведет! Все земли и моря шел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара. Проклятие Аксуна. Слишком часто мой звездный металл застревает в деревьях и кустах, поэтому я переплавил его в бумеранг. Вот, посмотри, Конан, вот как летает. Ия! Летает хорошо, но как он возвращается? Смотри, вернись! Магическое слово работает так же хорошо, как и раньше. Это хорошая магия, принц Зола. К несчастью, магия, которая содержится в маске Аксуна, является злой. И настойчивое требование принца Горы, что ее нужно вернуть нашим старым врагам, вы решали, беспокоит меня. Но маска — это цена, которую мы должны заплатить за брак с их принцессой. Тогда я стану королем Аришалы, и нам не нужно будет бояться злых чар маски. Отправляйся туда, брат, а я прибуду завтра на рассвете. Сивока, мой глупый брат и его друг Варвар отправились в путь с маской. Отлично! Как шамана решал, и я использую ее силу, чтобы восстановить могущество нашего королевства. Я смогу завоевать вассаев и буду править обоими королевствами. Конан, спасибо, что оставил на время свои поиски. Когда мы стали кровными братьями, мои официальные обязанности стали и твоими. Если это мой долг, я выполню его. Но мне не хочется помогать Гору становиться королем. Даже этой проклятой земли. Бежим! Прекратите стучать, Нидл хочет спать! Можешь наказать нас. С проклятием Аксуна мы все равно обречены. Ошибаешься. У меня есть хорошие новости. Я могу положить конец этому проклятию с помощью того, что вы пытались украсть. Наши дети плачут от голода. Что нам оставалось делать? А? Возьми. Купи еду для своей семьи. О, спасибо тебе, господин. Зола, Конан, добро пожаловать. Этот подарок был сделан моими руками, как того и требует традиция. Я немедленно передам его принцессе Азурель.
А вы пока можете отдохнуть. Официальный прием начнется позже. Традиции, оракулы, свадьбы. Ненавижу все это. Принцесса Азураль, успокойтесь. Вы знаете, что бывает, когда вы не можете управлять своей энергией? Как я могу быть спокойной, если мой брак сделает отца простым советником и посадит на трон чужестранца? Но оракул сказал... Сивока передала нам слова Оракула. Разве мы слышали слова Аксуна? Нет, только слова Сивоки. Только ее. Принцесса, я принес вам приветственный подарок от принца Васаев. О! И вы не воспользуетесь своей силой? Я должна узнать все, что смогу о своем будущем муже. Что вы видите, принцесса? Как выглядит принц Гора? Он великолепен. Зула, как они могут жить так близко к вулкану? Они считают его своим оракулом. Их шаман с его помощью узнает будущее. Глупый оракул, если он предпочел твоего брата, а не тебя. Может быть, мне повезло. А если эта принцесса уродина? Уродина? Все еще считаешь, что тебе не повезло? Моя грубость не имеет оправданий, прекрасная госпожа. Не этого я ожидала от человека, подарившего мне золотого тигра. Принцесса Азурель? Но официальный прием... Я хотела побыстрее поприветствовать тебя, принц Гора. А, принц Зула. Мой брат Гора прибудет на рассвете, принцесса. Это его приветствие тебе. Нет! Нет! Почему он? Он так ужасен! Клянусь Кромом, она не уродина. Да, но она выходит замуж за моего брата. Ваше Величество, как королевские эмиссары Васаев, мы привезли вам маску Аксуна. Дай ее мне. Как только совершится брак, оракул будет удовлетворен и снимет свое проклятие. Да будет так, дочь моя. Если оракул требует этого ради моего народа, я готова выйти за самого Сета. Принцесса! Она исчезла. By Crom, we'll be right back to trounce that sinister sorcerer! Now, let him face my blade! Зула, быстрее! Ты сделал с принцессой. А, а.
А? О, принцесса? Но почему вы сражались со мной? Я готова выйти за кого угодно, но только в том случае, если оракул Аксун скажет мне в лицо, что такова его воля, но Сивока никому не позволяет приблизиться к оракулу. Наша сестра убедила нас, что похищение — единственный способ убедить Сивоку. Очень хорошо, принцесса. Если ты хочешь говорить с оракулом, ты будешь говорить с ним. Но только голос будет принадлежать Аксуну. Слова будут моими. Дальше я должна идти одна. Добро пожаловать домой. Силой маски я, Сивока, приказываю тебе, Аксун, восстань! Аксун, это я, принцесса Азурель. Скажи мне свою волю. Ты должна выйти замуж за Гора. Ты должна выйти замуж за Гора и подчиниться воле Сивоки. Я подчиняюсь. А? Этот дым пахнет плохой магией. А, идем. Азурель! Принцесса! Аксун, защити меня! Уничтожь их! Идем, принцесса! Нас ждет свадьба! Окрон! Горячо! Ой! Это существо очень горячее, даже для Нидла! Они остывают. Значит, надо драться. Быстрее! Мы должны помешать Сивоке! Сегодня, по воле Аксуна, мы приветствуем нового короля и прощаемся со старым. Когда ты, Гора, и ты, Азурель, выпьете эту чашу единения, вы станете мужем и женой, королем и королевой. Старый король отправится к Аксуну в его подземное царство. И тогда оракул будет удовлетворен. Пейте, и да будет церемония завершена. Нет! Нет! Что происходит? Что это? Отец!
конец! Ведьма, ты использовала оракула, чтобы расправиться с нами. Да, и теперь только я могу управлять Аксуном. И по моей команде вы узнаете, какова может быть его ярость. Уничтожен! Никогда! Аксун, уничтожь их всех! А, Нидл должен помочь! Теперь посмотрим, на что способны мои силы! Аксун! Покинь с миром Аришалу! Нет! Уничтожь их! Большого и глупого варвара! Нидл! Ой! Этот монстр из лавы пахнет, как протухшее яйцо! Маску, ведьма! Нет! Без маски я не могу управлять Аксуном! Свободно, отец. Проклятие Аксуна больше не существует.
Я ничего не знал о коварных планах Сиваки. Я такая же жертва, как и все остальные. Возможно, но коль скоро проклятие снято, свадьба отменяется. Попрощайся со всеми. Благодарю вас за все, что вы сделали, друзья. Конан. Твоя бедная семья. Ты должен найти средства освободить их. Да, здесь мы больше не нужны. А ты мой принц? Азурель, я должен помочь Конану освободить его семью. А после этого? После этого Зула вернется. Верно, Зула? Жди меня, моя госпожа. Я вернусь. Steady, Thunder! It's time for a commercial message. Easy, boy. We're back for the rest of Conan the Adventurer. Режиссер Джей Бейкл. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Конан, тебе неведом страх. Конан, врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на Земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан! Тебя судьба ведет, все земли и моря, ты обошел не зря, встает победы заря. Приключения Конана Варвара.